Привет, друзья, и вам, враги, привет! Мы в Нижнекамске приехали на Святой Ключ. Святой Ключ, какое-то святое место, где, короче, люди тут набирают воду святую, окунаются в купели там, или как правильно называется, точно не знаю. Вот. И для кого-то это святое место, ну, в общем, достопримечательность Нижнекамска, я так скажу. Ну, вот такой вот, короче, мини-водопад, или как это назвать? Кстати, прикольно так покрылось. Ну да, это мини-водопад какой-то, наверное, вот эти вот ручьи там наверху. Вот они оттуда спускаются сюда, и все это летит в Каму. Вот, и вот так вот сразу набережная. Не, ну вот это, конечно, прикольно сделали, мне нравится. Все подходят, фотографируются. Еще пойдем поднимемся наверх, посмотрим, что там наверху. Реально ветер очень сильный, я думаю что наверное меня не будет слышно. Ну, ничего, проверим. Вот идем наверх. Тут, короче, какое-то даже есть дерево желаний. Наверное, дерево желания, я так думаю. Ну, знаете, такое на каких-то именных местах, что-то где-то люди завязывают какие-нибудь фигнюшки на желания. Но здесь кое-что в основном вот. Вот здесь в основном влажные салфетки, короче. Единственное, что тут завязывают. Ну, все, что есть, как бы я помню, раньше мы там ездили тоже как на Домскую писаницу, мы там шнурки завязывали. Тоже всякую фигню. Вот такая набережная. Набережная реки Кам. Но если вот так, кстати, обрезать, можно сделать фото, как будто я на море. Уважаемые гости, вы пришли на Святой Ключ. На Святом Ключе просьба не курить, не сорить, не употреблять спиртные напитки, не плевать, не сквернословить. Я все, конечно, могу, но не сквернословить. С любовью к вам, хранитель Святого Ключа. Смотрите, как здесь красиво. Вот здесь вот течет. Это, конечно, хорошо, но этот подъем не для людей, которые временно находятся в жировой ловушке. Я про себя сейчас прям задыхаюсь. Хотя, сколько я уже не курю, бросил курить, вот, уже как-то более-менее поднимается там и прочее. Вот внизу Кама получается. Что? Пойдем наверх, посмотрим, что там. Не знаю, все поднимаются наверх, я не знаю, что там такое. Может, на самом деле там ничего и нету. А, ну, собственно, да. Ничего нету. Здесь просто люди сидят. Беседки. Пьют. Пьют тархун или что-то. А, ну вот еще туда. О, фак. Простите. Но я же сквернословил не на русском языке. Так что можно. Устал. Так, пойдем посмотрим, что там у нас происходит. Тут какая-то клетка. Не знаю, может, какие-нибудь белочки живут. Или еноты. Кто-нибудь там. Нет, что-то там вообще никого нет. А. Это, наверное, белочки. Это, наверное, и есть Святой Ключ. Золотой ключ. И что, откуда он бьет? Ну вот отсюда он вытекает. А там что, там камни лежат просто. Что-то все заложено. Ну, знаете, раз все заложено, может, там вообще просто из-под крана вода течет. Никто не поймет вот это все. Из Гечишмы. Так вот. Ну, собственно, вот такая вот тут смотровая площадка, я так думаю, да?
Вот туда я наверх поднялся, сделал так вот круг, и, собственно, больше ничего тут такого нет. Но вот это вот и есть, я так понимаю, святой ключ. На самом деле, я что-то... Простите меня, конечно, я не посмотрел, что это, как это, почему святой ключ, с чего он стал святым. Так что, кто знает, пишите в комментариях, почему святой ключ в Нижнекамске или возле Нижнекамска. Вот, найдем туда, там, кстати, какой-то биде сделано, там, короче, люди плавают. А, ну, типа, святой ключ, наверное, там грехи омывают. Вот, тут все сидят, отдыхают. Пойдемте посмотрим. Там ниже, кажется. А, нет, вот здесь все. С той стороны было, сейчас посмотрим. Такое вот, короче, тут типа несколько ступеней, как он стекает. Золотой ключ этот. Тут даже вот такое вот есть. Произведение искусства или что это, как это назвать. Не знаю. Ну вот это вот. Да, тут смотрите, тут даже кое-что есть. Переодевалка для людей. Тут реально кое-что переодеваются. Но вот как-то это. Как-то это, наверное, что-то с чем-то связано. Нигде, правда, не написано. Но как-то, видимо, это вот что-то. Святое, но вода, конечно, чистейшая, но я представляю, просто какая она холодная. Просто, наверное, нереально, если это вот прямо из-под земли бьет. Ну, чисто, что-то я не знаю, что красная она или не красная какая. А вот и вытекает, короче, туда вот дальше. Дальше поплыло, переходим туда, пойдем вниз. Короче, многие надписи просто сделаны на татарском. На русском нет перевода, поэтому... Я не могу понять, где что находится или там к чему это относится и так далее. Ну вот мы спустились оттуда сверху, здесь пониже тоже такое небольшое озерцо или что это. А вот такие вот статы или что это тоже такое. Слишком большая. Если и купаться. Не, я просто. Ну это сразу как бы. А, ну вот даже кругом стоят такие вот это, наверное, чтобы люди, наверное, там наливали воды. Вот отсюда такой вид. Это заодно как бы и набережная, смотровая площадка как бы наверху, набережная сама вот внизу. А это как бы наверху. Там какая-то баржа стоит на той стороне. Ну тоже, кстати, вот передевалочная, чтобы люди вот могли скупнуться. Везде какие-то вот пословицы, поговорки, на земле святых мы счастливы, та-та-та-та. А нигде не написано, что, почему, как и зачем. Мне интересно. Хотя вот написано какие-то вот года. Ладно, я посмотрю в интернете, там если кто-то здесь был или что-то узнал, пишите в комментариях. Очень интересно знать по поводу этого места, на котором я сейчас нахожусь. Ну здесь прямо вот. Если здесь поверху идти, прям как на море. Как будто на море побывал. Ах. Кругом такие вот, короче, что-то вы твоего, что-то родника. Сохранят тебя молитвы. Но народу как бы много. Вот все приходят сюда. Искупнуться. Набрать воды. Святой, я так понимаю, что святой. Раз вот реально приезжают сюда, для многих людей там это, наверное, святое место какое-то. Набирают воды из святого ключа. Что, пойдемте опять на набережную? Ну, в общем-то, вот такое вот небольшое местечко, где, кстати, очень много народу. Даже на набережной вроде мало народу, чем здесь. Кто-то прям реально там купается. Кто понимает по-татарски, читайте. А это для тех, кто на русском. Ставьте на паузу и читайте. А вот здесь, кстати, тоже вот поднимался, когда там я вот один вам показал. Родничок. Водопад. А вот здесь, короче, другой. Ну, здесь такой поменьше.
маленький, но тоже красиво, прям очень красиво, когда вот так вот мхом все такое заросшее. Ну здесь тоже капец. Я наступил на болото. Со всех сторон. Так, ну я уже вышел со святого ключа, так что уже можно материться, да? Хотя бы в душе. Вот так, ну, естественно, кто-нибудь, как всегда, прицепит какой-нибудь замочек ненужный. Вот. Ну, вроде не намочил ноги. Вот, короче, такая вот набережная у нас тут. Мы опять вернулись на набережную. Не, ну очень красиво. Очень красиво. Так что идем. Идем дальше. Всех обнимаю. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки.